улыбочку и мы спаки. Вот. Это, бля, короче, игровая поверхность, даже не коврик для мыши. Из ног со стойки и прошитые края, размер XXL. Знаете, почему я себе придумал коврик для мыши? Потому что с моим старым случилось вот что. Да и маленький он, давно пора было новый взять. Вот я его взял в электросиле. Отдал за него что-то около 21 рубля. Вот, я уже сотел его, попросил, чтобы мне достали, пощупать, так сказать, размять. Гладкая текстура. Фирма какая-то ноунейм. ХГ Harper Gaming. Вот такой он. Ай. Вот такой, огромный, длинный. Но не высокий. Он широкий, но не высокий. Ну что ж, сейчас я открою модель, игровой коврик. О, какой. Синтетический. Вы, наверное, видите уже это. Ну что ж, сейчас поставлю на комп, покажу вам, как это будет. Ну вот, я положил. Вот на мой стол, ну как будет выглядеть. Ну, что могу сказать. Ну вот. Клацается, двигается, давайте вам покажу. Хорошо. Плюс поверхность больше, чем в том маленьком коврике. Ну, согласитесь, есть все-таки разница. Вот. Ну что, круто. Конечно, не на весь и не на ширину, но он все равно достаточно длинный. Как-нибудь я его себе поудобнее поставлю и буду играться более удобнее. Поверхность классная. Ну, правда, он будет засираться, мне кажется, потому что такая вот материальчики, плюс на нем все будет видно, крошки. Ну, мне, в принципе, посрать. Буду мыть, время от времени стирать. Надо бы клавиатуру тоже купить, мышку уже грязная, лень мыть. Вот, ну что. Достаточно классно. Возможно, через время какое-нибудь дополнение я вставлю в этот видеоролик. А если вы ничего не увидели, значит, все классно. Либо я поленился. Все, до покедова. Ну что, я уже неделю почти попользовался ковриком. Хочу поделиться впечатлениями. Все-таки, да, если бы был чуть-чуть выше, был бы, конечно, миллион раз круче, потому что, когда играешь, мышечка... Ну, конечно, старый коврик у меня вообще маленький был, но все-таки хотелось бы дальше ее ссылать. Вот, поэтому я боком так вот положил. Ну, в целом, достаточно прикольно. Правда, если вот саму рукой водить... Крайне неприятный материал, очень шершавый, такой синтетический, тактильно вообще неприятный. Но мышка нормально ходит, я стараюсь не прикасаться к нему. В целом нормально, весьма неплохо. Не жалею о покупке. Вот. Ого. Какая у меня грязная мышка. О, господи, божечки мой, надо помыть срочно. Ну, в общем, прикольно все. Мне все нравится. Ой, клавиатура. Не смотрите на эту грязь. Все, всем пока, короче.